В этом видеоролике мы рассмотрим процесс указания вершин и сегментов элементов в качестве опорных элементов привязки. В AutoCAD 19 очень просто указать вершины или сегменты элементов, которые должны использоваться в качестве опорных элементов при создании линий привязки. Для указания какой-либо вершины элемента в качестве опорного элемента привязки просто наведите на нее курсор. По прошествии некоторого времени вокруг указанной вершины появится голубая окружность. После появления окружности вы можете переместить курсор с вершины, которая останется помечена как опорный элемент привязки. Подобным образом осуществляется и указание ребер в качестве опорных элементов. Наведите курсор на ребро и дождитесь его выделения голубым цветом. При наведении курсора на сегмент многоугольного элемента происходит выделение только ближайшего сегмента. При наведении курсора на сплайн происходит выделение лишь одного сегмента сплайна, на который наведен курсор. По умолчанию опорные элементы привязки выделяются голубым цветом. Настройка этого цвета, выполняемая в диалоге окружающей среды, рассматривается в другом видеоролике. После указания вершины или ребра в качестве опорного элемента начинают появляться временные линии привязки, ориентация которых зависит от текущего местоположения курсора. Пожалуйста, обратите внимание, что начало редактирования всегда рассматривается в AutoCAD как опорный элемент привязки. Поэтому при начале создания элемента перемещение курсора приводит к появлению линий привязки, проходящих через начало редактирования, даже при отсутствии каких-либо других опорных элементов привязки. При создании полигональных элементов начало редактирования всегда находится в начальной точке текущего сегмента, что приводит к появлению соответствующих линий привязки. То же самое происходит и при редактировании элементов. Линии привязки появляются в соответствии с текущим местом расположения начала редактирования.